Ребята, мы сейчас оживим нашего Стикмана. Всем привет! Привет, друзья! Мы сейчас будем с вами оживлять наши картинки. Давай. Итак, у нашего Стикмана появляется уже голова, появляются руки, ноги. Мы будем рисовать упрощенный вариант Стикмана, не будем слишком заморачиваться, чтобы показать вам игру. И нарисуем ему глаза. Вот такие глазки нашего Стикмана. Маленькие. Маленькие, давай чуть побольше. Вот такие будут глазки. Ну и, конечно же, он у нас добрый. Да. Синенькие, конечно, глазки. Ой, а это что? А это у нас еще не открыто. И если вам игра эта понравится, друзья, пишите в комментариях, да. Ставьте свои пальчики вверх, и мы обязательно откроем ее всю. Нет, давай посмотрим. Тут есть много, видишь, разные там прически у них, прям вообще тут столько всего. Это на втором уровне. Но мы с вами пока что оживляем нашего Стикмана. Привет, говорит Стикман, привет. Да. А мне не хватает, мне нужно имя. Как назовем нашего Стикмана? Давайте Валеришка назовем, да. Или будет Стикман Сим? Давай мы Стикман Сим назовем. Сим. Валеришка Сим. Меня зовут Стикман Сим. Приятно познакомиться. Привет, Стикман. Привет. Давай другое. Итак, здесь немного ему одиноко. Давай, что ты хочешь? У меня есть идея. Нарисуй мне друга. Давай мы нарисуем ему какого-нибудь друга. Давай. Как назовем друга? Давай. Так. Нарисовать друга. Какой у нас будет друг? Зеленый? Нет. Какой? Розовый? Ну, ты же хотела розовый? Да. Нет? Какой хотите? Красненький. Красненький? Ну, давай. Ой, голова кривая. Так, рисуем ему круг. Огроменный круг. Чуть-чуть переборщили, да. Ну, вот такой у нас немножко будет недоделанный друг. У него будут такие же ручки. Такие же ножки. И мы сейчас нарисуем вот такие. Ну что, дружище, оживай, давай. Друг. Так будет его звать, друг. Окей. У нас есть Стикман и есть его друг. Привет, я друг. Пойдем путешествовать? Конечно, пойдем. И наши друг и Стикман отправляются гулять. Ой, что ты делаешь? Вау, он оторвался от картинки, и наш Стикман оживает. Друг, что с тобой? Какая-то фиолетовая жидкость на него вылилась. Еще и голова банка разбилась. О боже, что с ним случилось? Он дружище, злой. Ты чего? Он наш стал Стикман злой. Расстроенный. Друг его стал каким-то злым. У него покраснели глаза. И он ушел. Пойдем. Мы отправляемся спасать нашего друга. А друг нас пока отправляется в книжку. И он, по-моему, порвал всю книжку. Нам разорвал. На клочья разодрал. Наш Стикман срочно отправляется его спасать. Да. Наша история начинается, как наш Стикман будет спасать друга. Итак, мы отправляемся с вами в путешествие. И наша первая задача – это пройти скользкую ситуацию. Да. Ого! И что это за скользкая ситуация? Ужас. Что нам здесь делать? Я не знаю. Ой, смотрите, это наш Стикман. Нельзя, наверное, на фиолетовые штуки заходить. Ой, зеленый карандашик. Ой, мы нашли зеленый карандаш с листиком. И что мы с ним будем делать? Это наш первый карандаш, и теперь мы можем рисовать деревья, которые без листьев, для того, чтобы на нем появилось листики. Вон. Смотрите, у нас дерево. Ой, чуть на фиолетово не зашла. Я тоже хочу. Так, мы зарисовали листики. А можно некоторые я буду рисовать? Хорошо, обязательно. Так, давай, рисуй. Итак, мы зарисовали два дерева. Ой, подожди. Смотрите, у нас сердечко появилось. Давай сюда забирать. Пока. Почему? Чтобы на потом оставить. Ой, смотри, мы даже скелет какого-то забрали. Ой, ужас. Так, друзья, наша задача сейчас посмотреть, что в этой игре, и оживить, и пройти, и тут разные монстрики какие-то будут. Но мы сейчас с вами узнаем. Мы сейчас с вами все это разрисуем. Звучит, да. Чуть потише сделаем. Вау, смотрите, какое все красивое, цветное. Ой, наша дорога не до конца открылась. Стой, на фиолетово заходить нельзя. Мы сгорим просто-напросто. Да. Друзья, это просто какой-то кошмар. Аккуратно. Ой. Бери сердечко. Хорошо, что мы сердечко успели схватить. Да. Друзья, кому нравится рисовать, ставьте свои пальчики вверх. А если вам нравятся игры со Стикмана, пишите в комментариях, поиграйте еще в Стикмана, и мы продолжим играть в эту игру. Давай закрасим дерево. Давайте. Еще. Все, зеленим, озеленим. Мы такие, знаете, садовники. Садовники, которые пришли все это оживлять. О, пойдем еще вот этот скелетик, что-то с ним сделаем. Разобьем. Что мы там с ним делаем? Ничего не делаем? О, разбили. Но сердечко нет. Ладно. Так, пока оживляем. Ой, жуки! Что это за жучки такие? Жуки-пауки!
О, сердечко нам дали. Это хорошо. Надо было не брать, да? Что это? Боже мой, кто это? Тикай! Тикай, Стикмен! Слонопотам! Это чернильный монстр! А, давайте быстренько порисуем деревья, чтобы чернильного монстра было плохо. Он не любит зелень просто. О, видите, он прячется. Спрятался себе туда. А мы ему еще деревья зеленые нарисуем. Ой, как сердечко близко возле монстра. Стремно брать это сердечко. Давай аккуратненько, Стикмен, аккуратненько. Все, бежим отсюда. Бежим отсюда. Ой. Обходной. Привет! Привет, ты кто? Привет. Вышел кто? К нам, гляньте, ребятенок к нам вышел. Ой, что случилось? Был такой монстр, забрал ключ, разогнал птичек, разрушил все, съел все и утопил меч. Еще и гору нам разрушил. И все разрушил, короче. Бедный несчастный. Вы кто? Что за крысята тут? Фу, какие крысы плохие. Иду, помогать. Иду, спасать. Но смотрите, чтобы нашему Стикману тоже не было плохо, потому что его тоже могут съесть. Так, мы сейчас все озеленим. Нет. Стойте, подождите. Нет, пусть они вначале все умрут. Давайте, мы тут подрисуем. О, получилось! Есть! Довольный Лянти наш. Молодец. Он одну страничку в нашу книжку доклеил. Да. Спасибо, дружище. Здесь спасибо. Очень много уровней. Вообще игра обалденная. Да. Ой, привет, ты кто? Привет. О, а ты кто, поваренок? Слушайте, так это город, что ли, был? Это чернильный монстр, блин, это Бенди, по-любому. Да. Это чернильный монстр Бенди. Ты кто, дружище? Сюда. Они здесь в ловушке. Я понял, что они в ловушке. Надо деревья все закрасить. Так, мы сейчас закрашиваем деревья. Так, тут тоже закрасим. А, и вот это еще закрасим. Ву-ху, все, оживил я, молодец. Так, куда дальше, ребята? Как нам помочь? А давай деревья закрасим. Давай ему деревья закрасим. Так, разбили и поназакрашиваем. Эй, стой, Стикман, стой. Тут по-любому это какие-нибудь пакости Бенди. Да. Потому что нам надо быстрее папу спасать. О, сердечко, это очень хорошо. Фермер! Вау, какое дерево шикарное. Так, мы сердечко пока брать не будем, у нас их много. Привет, спасибо. Да ладно, без проблем. Мы всегда помогаем, правда? Да. Мы всегда готовы помочь. Вот сейчас озеленим тут. Разобьем каких-то скелетиков, сожранных кем-то. Так, сюда. Все, позеленяем. Вау, тут просто нам, гляньте, сколько сердечек накидали. Мы прям такие все. Будет много сил. Что случилось? Как, опять? Вау, боже, какой монстрик опять вылез на нас. Боже, какая-то штука. О, боже мой, друзья, текаем. Спасибо, я понял. А куда бежать-то? Куда? Куда бежать, спасаться, ребята? Ай, как он близко. Ребята, он близко. Быстрее. Фу, куда бежать, друзья? Я не понимаю. Давай сюда, все, быстрее. Да, я не знаю, что делать. Да все, он сейчас умрет, мама, не бойся. Я чуть не умер. Ой. Да что ж такое? Вон он идет за мной. Вау. Ребята, он меня сейчас убьет. А у меня все серые. Как его побеждать? Вау. Ребята, что делать? Ключ. Что делать? Есть. О, боже мой. Все, я думала, нам крышка, честно. И я. Боже мой, он чуть не убил нас. Что там, Стикман? Он так прикольно болтает. Слышите? Нужен ключ. Да, я поняла, что нам нужен ключ. Давай сердечко возьмем. Давайте возьмем сердечко. Я, Стикман, бегу быстрее за сердечком. Я быстрее хочу спастись, потому что я чуть не помер. Меня это чернильное чудовище чуть не сожрало. Спасибо. Конечно, я чуть не обкакался, пока бежал там от страха. Но ничего, я жив. Тут где-то были мои сердечки. Пойду возьму себе сердечко. Пью. Иди еще возьми. Спасибо, друзья, спасибо. Иди еще на здоровье возьми. Да, что-то не дает. Да нет, не тут сердечки. А где?
Вон там вот, внизу. Вот там? Давайте, вот они. Прям фиолетовым. Спасибо! Взял сердечко и сам чуть не умер там опять. Что? Ага. Ля-ля-ля. Так, и что нам дальше здесь делать, друзья? Я не знаю. Я куда идти дальше? Надо найти ключ. Ключ, а где нам его найти? Интересно. Наша задача найти ключ и найти выход из этого уровня. Но где нам его взять? Давай, раздавливай уже, раздавливай косточки. Вот так. О, ой, я знаю, смотри, вот там можно пройти. А ну-ка, пойдемте сюда, друзья. Аккуратненько проходим, проходим. Вау. А ну, Стикман, иди сюда. Что это? Мы нашли какую-то штуку классную. Да. Так, что это? Голова пройдена! Слушайте, но мы два пазла не нашли. А где они были спрятаны? Вот это, что это такое? Видишь, два пазла? И какие-то еще две прически не нашли. Ну что, продолжаем? Да. Давайте глянем. И нас переносит во вторую игру. Ой, я боюсь, мама. Вау! Где мы? Стикман, берегись! Что-то происходит страшное. Вау, смотрите, книжка. Стикман окружен. Что нам делать? Нам крышка. Нам крышка. Реально. Вау, круто. Почитаем? Давай. Мы, ребята, представляете, свою книгу напишем. Тебе удалось найти альбом? С его помощью ты можешь рисовать новых Стикманов. Нажми на любой рисунок, чтобы использовать его в игре. Находя новые карандаши, ты получаешь возможность рисовать новые инструменты. Ты можешь открыть альбом в любой момент, нажав соответствующую кнопку. Ух ты! Вау! Так, мы, смотрите, у нас есть Стикман, Стикман Сим. И можно рисовать новых, новые персонажи. А это какие-то вот плохие, вот он, да, вот этот, который стал плохим. И также мы можем рисовать каких-то интересных, ну вообще шикарно, супер, мне нравится. Где так, мы на второй уровень переходим, ребята? Не верю. Давайте глянем. Круто. Это страничка к нам. Блин, ну вообще. Да. Ну, начать. Вторая глава, ребята, вторая глава. Бесплодная земля. Просто. Все сгорело. Все погибло на земле. Стикман, ты готов ко второму уровню? Да. Я готова. Карандашик! Вау, мы взяли карандаш коричневый. Так, что рисуем? Кирку? Отлично, я прям умею рисовать кирку. Прям вот целыми днями сижу и рисую кирку. Вот так. Вот так. Жалко, что терки нет, правда, ребят? Вот терки бы не помешало нам. Подходит? Кирка, подходит. Кирку нарисовали, хорошо. И что нам этой киркой делать? Пробивать камни? О, круто! Ля-ля-ля, я иду с киркой. Привет, дружище! Потрясающий рисунок. Почему бы не показать его всему миру? Хорошо, потом нарисуем, обязательно покажем всему миру. Мы можем поделиться рисунком с друзьями. Чего? Кирка ему не нравится. А, он забрал нашу кирку? Ты чего? А, он показывает, что мы должны туннель бить. Но ему что-то не нравится. Ты что? Ну бери, нам не жалко. А он не просит нам вторую кирку нарисовать, да? Он просит вторую кирку нарисовать, чтобы мы вместе работали, видишь? Хорошо, я себе нарисую вторую кирку. Давай вместе бить. Вау! Вот этот портрет, который мы хотели найти. Первый раз не нашли его. Какая ласточка, Лень, какая лапулечка. Блин, ты нашел своего первого колора. Собери больше колоров, чтобы добавить новые цвета к своему альбому. Мы добавили голубой. Ребята, ну обалденная игра. Встречаемся завтра в продолжении ее. Я уже просто хочу в нее поиграть. Понравилось? Да. Надо папу спасать. Ладно, немножко порисуем, потом побежим папу спасать.